Hello, my followers. I am Инличанка. Hello, my friends. У меня сегодня был урок английского, поэтому да. Что я вам хочу сказать? Многие меня просили под видео «Мое утро» снять себе видео «Мой вечер». Так вот, я думаю, это действительно будет интересно, и сегодня я попытаюсь провести вечер максимально интересно. Потому что обычно мой вечер проходит так. Или съемки, или тупо я втыкаю в сериале и делаю домашку. Домашку мне тоже нужно будет сегодня сделать, но так как я хочу как-то разнообразить, я сегодня играла 3 часа с подружкой, with Ivana. Hello, my friends. Вот, 3 часа в Майнкрафт мы поиграли, построили домики. Возможно, я вам покажу, если мы сегодня еще вечером будем играть, а возможно и нет. Мы вчера вечером опять не гуляли в Майнкрафт, но сейчас я вам покажу вообще, как выглядит наш мир. Потому что мне кажется, это вам интересно. Ну, если даже не интересно, все равно покажу, правильно? У нас вчера было какое-то супер новогоднее настроение. Я доснимаю это 1 уже декабря, получается, да? Вот, а вчера было только 30 ноября. Я же правильно по месяцам? И сейчас я вам покажу, что вообще у нас получилось. Сначала нужно, конечно же, поесть и потом показывать. Есть, это вообще хорошо на самом деле. Оп. Ну что? Раз, два, три. Та-дам! Мы немножко использовали креатив, ну то есть откуда мы бы взяли вот столько аксолотелей. Тем более этот мир наш, и мы делаем тут что хотим. Да, это важные достаточно животные, это самое важное, да? Тут мы позапускали снеговиков, они нам тут походили, попускали снега, но снег, я так понимаю, тает, что ли? Снега было намного больше. Вот такой вот у нас домик, я думаю, я отплыву подальше, чтобы вам показать. Вот такой вот, ой, меня кто-то подстреливает. Вот такой вот домик, вот такой вот, падла, утопленник, где ты? А ну давай, давай сейчас на пальчиках. О, вот так, хорошо. Медь с него выпала, прикиньте. Короче, вот такой вот новогодний домик. Мне кажется, он как с какой-то новогодней рекламы на самом деле. Тут у нас стоят сундуки. Это мы когда развивались, все сюда складывали. Сейчас они нам не очень нужны. Ой, куча зомби, знаете, я пойду посплю пока что. Пока что я посплю, чтобы они меня не трогали, да? Так вот, показываю. Тут ходят зомби. Сам дом сделан из прекрасных деревянных блоков, из досок, я не знаю, каких точно. Вот это вроде бы темный дуб, а вот это вот сосна, да? Вот так, обойдем по кругу. Тут у нас стоят повсюду фонарики, без фонариков никак. Это мой кот, вы посмотрите на этого рыжего крутого кота. Вот, тут стоит у нас уже елка. Почему елка? Потому что Новый год, правильно? Стоит вот такая красивая елка. Я считаю, что она очень красивая, она мне очень нравится. Я туда даже прицепила, как они называются, свечки. Вот, вот такая елка со стороны выглядит очень красиво. Думаю, можно зайти уже в дом. Мы, во-первых, построились на острове, да? Поэтому так, заходим сюда. Здесь у нас кухня. Тут плавильные печи, обычные печи. Это прекрасные бочки, в которые можно положить еду. Еды тут почти нету. Ну, мы только начали развиваться, по сути, мы только начали строить. Здесь верстак, коврики белые. Это прекрасные столы, они мне очень нравятся, прям очень нравятся. Это Иванка своровала у жителей, на самом деле, и потом нам тут поставила. Заходим в мою комнату. Это мой пес. Мою комнату. Здесь находятся книжные шкафы. Тоже вот такие вот цветокамни, или как они точно называются. Два сундука, в которых вроде бы ничего нету. Кровать, серый коврик и вот такая вот прекрасная картина. Ну, мне вообще моя комната очень нравится. Идем дальше. Идем покажу комнату Иванки. Вот такая вот у нее комната. Она тут тоже проставляла цветокамни. Тоже такая полочка. Тут светильничек, кстати, классная штука. И два сундука. Ну, тут, кстати, есть. Поднимаемся теперь на второй этаж. Второй этаж это у нас, по сути, чердак. Да, на чердаке у нас склад, то есть стоят сундуки, стоит куча-куча факелов. Но без факелов никуда, правильно?
Тут потом у нас такой типа диванчик, и тут садишься и смотришь, как перемещается воздух. Не знаю, что тут смотреть, но просто сидишь и смотришь. Гениально, да? Да. Вокруг дома у нас что? У нас тут светильники стоят, гнилая плоть валяется, в принципе, каждый день бы так. Это у нас такой типа привальчик, я не знаю, как объяснить, но тут садишься и чилишь, и можно пожарить рыбки. Вот так вот. Рыбка есть вкусненькая с рисом. Ой, и поджигаем себе жопу. Это самое обязательное, что без этого никак, да? Тут потом светящиеся тыквы. И вон там вот огород. Без огорода тоже никуда, правильно? Картошка, морковка, свекла. Прекрасно. Это мой замечательный мостик, да? Это мостик такой красивый. А здесь дома, елки уже наших младших сестер. Они тоже с нами параллельно играли в мире. Они были полностью в творческом. Мы были 50-50. Ну, в принципе, мы этот дом почти построили сами, то есть все блоки брали сами. Единственное, что мы брали, это светокамни, книжные полки, точнее. И вот эти всякие светильники, которые нужно добывать из ада, потому что мы в аду еще не были. И елку мы тоже... Не, ну елку мы вырастили, и на елку вот эти вот все штуки тоже мы взяли из креатива. Вот там вот, как видите, есть такой красивый дымарь. Выглядит прям очень красиво, я очень довольна. Ну, мы поиграли всего лишь 3 часа, знаете. Это такое маленькое время, за которое можно успеть немногое. 3 часа всего лишь-то, чуть-чуть. Вот, и я решила, пока отдыхаю от монитора, почитать MyBook, книжку, называется Джуди Муди. Какая часть? 9-я часть. Достаточно хорошая книжка, я читаю ее с 8 лет, ну, получается, эти серии. Я их ждала, они выходят, потом я что-то забыла, и у меня не всегда есть время, я перешла больше на аудиокниги, чтобы их успевать слушать, и когда я засыпаю, или там в дороге, это удобно. Я прослушала почти 30 аудиокниг за 6 месяцев, получается. Я считаю, что это немало. Вот. Я сейчас вам покажу свой чил. Это просто прекрасно. This is my chill. This is book. And this is tea with lemon. Green, не, не green. Black tea with lemon. And dark chocolate. Yes. Балбес. Да. Вот читаю книжку. Откуда мне читать? Наверное, отсюда. Да. У меня тут осталось немножко. Это Лиля мне разлила чай на книжку. Я считаю, что это красиво. Закладка у меня вообще крутая. То есть это обычная нитка, заплетена в косичку. И вот сюда я прикрепила свое украшение из эпоксидки. Прекрасно. Кто здесь такой? Кто раскопал одеялко? Кто? Джесочек, готова идти на уличку? Писять. Готова? На уличку. Писать, быстренько пописать. Мне кажется, она очень готова. Джесок. А кто вышел на вечернюю прогулку, правильно? Мы вышли на вечернюю прогулку. Джесок пошла туда, значит, я пойду туда. Мне нужно вынести мусор. Как видите. Привет! Пошли, да? Идем? Ай! Холодно-то как? Ну, куда? Собаку. Ку-ку. Сколько градусов? Ага, 0 градусов. Класс. Идем выносить мусор. Идем?
неся мусор. Иди на эту сторону. Глаза сверкают. Идем. Класс, тут все заполнено. Ну ладно, мы запихнем. Все. Собаку выгуляли, а сейчас у меня здесь происходит уборка, переуборка. Вот это нужно тоже выкинуть. Это со съемок, да? Вот это вообще у меня откуда? Ну, это просто бумажка. Все раскладываю по местам. То есть вот эту вот полочку. Разбираю тут тетради. Я просто все опять понапихивала. Убрала некоторые тетради вон туда большие, которые. Раскладываю блокноты, смотрю, какие надо, не надо. Опять расхламляю эту штуку. Опять основа, да? Ну, я просто убираю лишние тетрадки, которыми я не пользуюсь. Вот, я вырвала свой последний молочный зуб. Мой последний молочный зуб выглядит вот так, видите, я вырвала. Ну, почти твой. Покажи зубы. Да, вот так вот. Вот так. Фея принесет бабки. У феи паспорт вакцинации есть? QR-код? А я на входе малюсенькую масочку положу. А, да, с маской можно, да, и в бахилах. Да, сейчас я покажу, какую масочку нужно. Ага, ну да, ну положи, в принципе. Без маски вход запрещен? Угу. Ну, все. Я положу прямо возле зуба. Ну да, и... Может, два заберет. Да, ну, правильно. Привет! Я тут сижу, раскладывая всякие украшенницы. Ну, то есть, я решила поделать какие-то сережки, но для начала мне нужно пораскладывать. Я буду делать листочки с совместимостью красный и... зеленый, потому что, мне кажется, это будет выглядеть круто. Потом, я не знаю, что я еще хочу сделать. Но я еще хочу сделать, наверное, вот такие вот шарики. Они какие-то новогодние очень, и мне хочется сделать себе такие сережки. А, собственно, почему бы и нет? Я думаю, что они должны быть... Они должны быть по-любому с какими-то блестками, звездочками. Но это нужно определиться. Вот эти хорошо сочетаются... Либо вот эти. Но это какая-то Украина, да? Какой-то флаг. Поэтому я не знаю, может так? Наверное, вот так. Посмотрите, как красиво. Так, ну, поехали, значит, да? Для этого мне нужно две одинаковых формочки. Я буду использовать с дырочкой. Дырдочкой. Вот тут где такая дырдочка. Засыпаю сюда блесточек. Ой, слишком много. Ну, бывает. Половинку сюда. Эти синие блестки вообще очень огромные, поэтому да. Сюда закидываем. Вот сюда. Ой, мне так нравится. Я еще не до конца сделала. И вот смотрите, как оно сочетается. Вау, я уверена, что и сама сережка будет очень красивая. Я обязательно вам потом покажу в следующем влоге. Ну а как же без этого? Что же еще мне такого можно интересного сделать? А если попробовать сделать молнию с вот такими вот желтыми блестками? Их вот так повыкладывать? Это листики, вот такие вот они красивые получатся. К сожалению, эти звездочки линяют, вот как видите на этой формочке. Но смотрите, как они красиво оставляют цвет самой формочки. Сейчас поднимусь наверх. Вот такая вот сережка. Где вторая такая? Вот такая вторая сережка. Ну и вот такие вот тоже украшения. Это молния с звездочками. А это просто у меня осталась эпоксидка. Я залила эту штуку. Она чисто теоретически для вот этих вот чубзилетов. Но я что-то там поколдую, попробую, посмотрю. Ну, короче, оно мне надо, да. Как я и говорила, перед сном вечером я смотрю сериал. В принципе, всегда так бывает. И, в принципе, я сейчас уже буду ложиться спать, выключать компьютер. Я за сегодня сделала достаточно много чего. Я еще посидела, просматривала английский. Ну, то есть, всякие правила, бла-бла-бла. Вот, буду ложиться спать. Перед сном я всегда слушаю аудиокниги.
Потому что это интересно достаточно, и так как пока ты засыпаешь, там твои мысли брла-брла. Правильно, это если ты не очень уставший, то это очень помогает классно заснуть. То есть ты послушаешь там 20 минут, потом выключаешь и уже спишь спокойно и, главное, хорошо. Я сейчас вам покажу, какие вообще книжки я слушала. Итак, это называется «Мой блокнот читача». Вроде бы я его уже много раз показывала, но покажу еще раз. Вот эти вот все книги читала. Кстати, вот видите, вот этой вот книжки вышло продолжение, и я его слушаю. То есть я прослушала раз, два, три, четыре, да? Ну, четыре, четвертое где-то. Где-то вот, четвертое. И вышла пятая часть, и я сейчас ее слушаю. Видите, много я всего послушала. И здесь еще. Прям мне все очень нравится. 25 книг, но мне еще нужно допечатать, потому что я не все сюда приклеила. Есть еще одна книга, еще одна книга. Этим нужно будет заняться, но это уже завтра. Поэтому я буду ложиться спать. Понятное дело, без водички просто никуда. Как это без водички? А без водички никак. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.